Примадонна ответила на нападки, в кавычках, оголтелых недоличностей и завистников, не забыв уточнить, что именно их она ранее нарекла рабами да холопами. Народная артистка Алла Пугачева с завидным упорством игнорировала хейт в свой адрес того самого времени, когда вместе с супругом, поддерживающим Украину, переехала жить в Израиль. А его с каждым новым месяцем становится все больше, не все в РФ хотят смириться с тем, что у такого лидера общественного мнения, как Алла Борисовна, отношение к специальной военной операции может не совпадать с позицией власти и большинства медийных лиц. И Пугачева ответила. Легендарная певица заявила, что как бы завистники и клеветники не старались, рассорить ее с многомиллионной армией поклонников не выйдет. Простой народ она любит и жалеет, считает заложником сложившейся ситуации. «Не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст», — уверена Алла Пугачева. В заключение Примадонна добавила, что очень ждет победы добра над злом, и пообещала, что поклонники еще непременно о ней услышат.